Не все многодетные семьи до сих пор воспользовались правом получить бесплатный земельный участок. В очередь на выделение земли встали чуть менее половины родителей, у которых трое и более несовершеннолетних детей, хотя процесс подачи документов максимально упрощен. Родитель приносит только свои личные документы, то есть это, как правило, паспорта и свидетельство о рождении своих детей. Необходимо для формирования пакета документов еще справка из управления по регистрации, кадастру и картографии Ивановской области, это федеральная государственная служба. Мы запрашиваем ее в порядке информационного межведомственного обмена, то есть родителям никуда более не нужно обращаться. Семья вправе отказаться от предложенного участка, если он по каким-либо причинам не подходит. В таком случае граждан с очереди не снимают. Таких как бы отказников от первоочередного, да, предложения около 300 человек в целом по области. Причины отказа разные. Кто-то ссылается на определенную удаленность участка от места жительства, кого-то не устраивает некое соседство. Но вот был такой случай, к нему, конечно, можно по-разному относиться, но я считаю, чисто психологические особенности граждан, например, невдалеке, где-то метров 800-900 от сформированного перечня располагалось сельское кладбище. Вот одна семья в одном израиле сказала: ни в коем случае, мы не будем брать там участок. Но это право граждан. В 20 муниципалитетах области из 27 проблемы с очередью на получение земельных участков либо решена полностью, либо разрешится до конца этого года. В числе проблемных города Иваново, Кинешма и Кохма, где проживает наибольшее количество многодетных семей. Самая сложная ситуация в городском округе Иваново, но за последнее время была проделана достаточно серьезная работа. Поскольку в самом городском округе участков нет, то был сделан крен на формирование массивов на территории других муниципалитетов. В перспективе выделять землю многодетным жителям города Иваново планируется в районе деревни Семигорье, Ичугского района, в Шуйском, Приволжском, Тейковском районах, а также близ деревни Буньково. Ликвидировать очередь на получение земельных участков полностью ивановские власти намерены в первом квартале 2016 года, предоставив горожанам свыше 1000 участков. Любовь Почерникова, Андрей Семилоков, РТВ Иваново.